Команда КВН «Нон-стоп» Саровского физико-технического института хоть и придумывает шутки, но подходит к процессу серьезно и кропотливо. Ребята постоянно генерируют идеи, собирают мозговые штурмы, учатся у профессиональных команд, подмечают необычные и смешные ситуации в жизни, а потом переносят их на сцену. Играть в КВН – серьезный труд, ведь участники должны уметь не только хорошо представить шутку, но и обладать актерскими способностями, креативностью и творческой жилкой. КВНщикам, наверное, надо родиться, как-то это заложено. Кто-то, допустим, к театру больше идет, у кого-то больше театральные данные, а у кого-то больше вот КВНовские, ну, вот эти вот смешные, комические какие-то получается играть. Вот. Не знаю, КВНчик – это образ жизни уже, когда ты много раз играешь, выходя на сцену, вот, когда ты этим живешь, проживаешь, это снова репетиции, бессонные ночи. Вот, и это уже как-то образ жизни просто становится, и все. И уже больше без нее не можешь. Московский фестиваль клуба веселых и находчивых Института финансовых технологий и экономической безопасности НЕОМИФИ стал для саровских КВНщиков первым большим выездом. В течение месяца студенты придумывали программу, репетировали сценки. Ребятам предстояло соревноваться на одной сцене с командами из Москвы. В итоге саровчане привезли из столицы первое место. Нас вообще позиционировали как такую молодую начинающую команду, потому что вообще этот фестиваль проводится второй раз, вот, а мы приехали на него первый раз. И все думали, что мы такие новички, вот, а как оказалось, мы далеко не новички, мы всех выиграли. Как признаются студенты, такая поездка сплотила команду. Участники стали ближе и дружнее. И, конечно, фестиваль познакомил с опытом других КВНщиков, подарил новые эмоции, открыл возможности для дальнейшего роста. Как думаете, чем вы зацепили зрителей, ваша команда? Ну, думаю, харизмой. У нас команда такая красивая, я считаю. Вот, харизмой, артистизмом, вот, чем еще? Шутками. Но шутки самые смешные были, вот это точно. Успешный опыт выступления на большой земле вдохновил КВНщиков. И теперь они готовятся покорять новые пьедесталы. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.